делаем вдох, выдох и ложимся в шавасану. Ложимся в шавасану, значит, таким вот образом ложимся на спину. Ладошки направляем вверх, руки вдоль ног, полностью расслабили все тело. Закрыли глаза. Делаем вдох, выдох. Расслабили все тело, расслабили мышцы лица. Почувствуйте расслабление в области лба, глаз, бровей. Расслабили скулы, губы, подбородок. Следим за дыханием. Делаем вдох, выдох. Представляем, что оказались с вами на берегу океана. Чувствуем под ногами теплый песок. Медленно идем вдоль берега. Слышно шум волны. Чувствую морской соленый запах. Кожей ощущаем теплый ветерок. Слышно крик чаек. Делаем вдох и выдох. Медленно, не спеша, ложимся на мягкий песок. Мысленно поднимаем взгляд вверх. Наблюдаем, как высоко в голубом небе парят свободные птицы. Наблюдаем, как не спеша летят белые пушистые облака. Ярко светит солнце. Заряжаемся от его света. Чувствуем тепло в своих ладошках. Тепло растекается по всему телу. Делаем вдох и выдох. Рассматриваем себя изнутри. Следим, как бьется сердце. Чувствуем, как бежит кровь по венам. Ощущаем, как наполняется кислородом каждая клеточка нашего организма. Рассматриваем весь свой внутренний мир, каждый уголок своей души. Возвращаемся в далекое детство, самое беззаботное время. Раскачиваемся на качелях, слышим голос мамы, она вас зовет, бежим к ней навстречу, обнимаемся, чувствуем тепло ее рук, запах ее волос. Чувствуем ее заботу, любовь. Делаем вдох и выдох. Чувствуем свои руки. Своих рук и каждый пальчик своих ног. Следим за своим дыханием. Делаем вдох и выдох.
закрываем глаза и не спеша принимаем вертикальное положение в позу лотоса. Полулотоса или на коленочке, как вам удобно. Почувствуйте тепло в ладошках. Мысленно поблагодарите себя за практику. От меня вам большое спасибо за то, что пришли и уделили внимание мне и себе. Вам хорошего вечера, девочки. Отличного настроения. Чудесного самочувствия и волшебных сновидений. С вами я увижу завтра. Как всегда, в 11:00 перинатальная йога, в 20:00 йога для всех, кроме беременных. Ну, а с вами я пока не прощаюсь, еще уделю вам немножечко времени. А вам, солнышки, спокойной ночи и до встречи. Ваш эфир я ставлю на зарядку, потому что вы у меня уже на 2% заряда. Я чувствую, что сейчас вылетит эфир. Надо бечь и что-то делать. Да, достаточно непросто, конечно, давать 3 эфира подряд. Ну, мы молодцы, справились. Угу. Хорошо, когда ставлю зарядку, думаю, ух, отпустила. Всем еще раз добрый вечер. Итак, это был такой некий микс: йога, растяжка, пранаяма, немножечко шавасаны на ОА, уджай. Да, это вроде бы на первый взгляд простое дыхание, но не совсем простое. Но оно очень крутое дыхание. Спасибо. Перепутала прямые эфиры? Да нет, вроде не перепутала. Все правильно, я с вами... А, вы перепутали. Я-то... Все эфиры как надо, не перепутала. Я вас тоже люблю. Нравится? Ну да, йога дело такое, к ней не просто прийти. Иногда такое бывает отторжение. Прям категорически нет и все. Не знаю, почему раньше не пошли. Наверное, сомневались, наверное, не были готовы. Тут, знаете, надо, чтобы душа захотела в первую очередь. Душа и тело очень важно. У Лузы Хей много книг. Возьмите сборник, у нее есть все, о чем мечтаю. Понимаете сегодня йогу? Но я вам так скажу сразу. Я вам не буду тут рассказывать, как это будет легко, приятно и просто. Первую неделю это будет лайтовый вариант вот такой йоги. Вторая неделя будет сложнее, третья еще сложнее, четвертая будет трэш, где я буду мало говорить, и вы будете работать вместе со мной уже без слов. И вы будете это делать, вы меня будете уже понимать. Потому что многие в марафонах уже у меня 12 раз, это 12 по марафон, из моих это 12 марафон, да. И многие асаны уже известны. Сил у нас достаточно, гибкости, растяжки тоже вполне, поэтому новенькие неделечку с нами потренят, поёжат, порастягиваются. И на втором мы уже с вами будем конкретно работать. Так вот, по поводу марафона. Внизу информация. Позвоночник болит. Марафон. Ангел мой, марафон.
Йога, растяжка вам в помощь. Если чем он классный? Если вам тяжело, например, дается утренняя силовая тренировка, вы можете ее выполнять в меру своих способностей. То есть хорошо разогреться, там чуть-чуть свои мышцы в тонус привести в порядок. Вечером у вас йога, растяжка. Если у вас есть отторжение от растяжки и от йоги, вы можете тренироваться только утром. Также у вас есть психология два раза в неделю. У некоторых тоже есть полное отторжение психологии, прямо аж... Нет, пошли вы нафиг, все психологи, вы все тупые, вы все дебилы, одни мы все тут гении, умные, но и живем со своими тараканами, загибаемся от психосоматики и не знаем, куда деться от своих фобий. Вот, но при этом вы все тупые моральные уроды. Вот, и потом люди со временем потихонечку приходят уже к психологии, с удовольствием ее смотрят, потому что у меня нет к вам контакта. У меня нет к вам контакта, вы видите только меня. И вы можете спокойно работать без агрессии. Хотя бы с собой работать без агрессии. Это очень важно. Конечно, в шавасане у многих есть эмоции, есть слезы. И не просто так, потому что я шавасану веду через... Как же это, Господи? Через транс-терапию. И она очень круто работает, прорабатывает наши... Детские страхи, обиды, какие-то болезненные моменты, которые остались, я с ним работаю. Конечно, вы можете с третьей, с пятой йоги только войти в раш и во вкус. Психология завтра. Завтра у нас будет 2 часа психологии, потому что мы будем делать матанку, куклу-матанку. Это очень сложная техника. Очень мощная психологическая проработка. Приходим с хорошим запросом своим. У кого-то может будет запрос, почему не могу забеременеть, у другой, почему я там все время болею, у третьей будет запрос, почему я никак замуж не выйду, у четвертой будет, когда я уже найду работу, у пятой будет запрос еще какой-нибудь, откуда у меня фобия. И, в общем, каждый приходит со своим запросом. Я с вами буду 2 часа в эфире, мы будем с вами делать матанку. Это кукла, которая делается из фетра, ниток и все. И больше ничего, никаких иголок и других вспомогательных, только вы, нитки и фетр. Я вам напишу, девочки, солнышки, я вам в марафоне напишу. Или же сейчас вечером постараюсь вам сфоткать фетр, показать, как он, нитки, все объясню, как покупать, сколько и чего. Все ваши запросы перечислили. Ну вы даете, вы счастливый, блин, человек. Вам надо тогда этих матанок сделать 10 штук, наверное. Фетр продает, это ткань, плотная ткань такая, она продается или в творческих магазинах в Москве, без проблем можно найти в любом творческом магазине, или же продается еще в школьных магазинах в творческом отделе, где всякие эти, цветная бумага и все такое, там тоже, или в магазине ткани можно приобрести фетр. То есть в любом городе, разумеется, если вы находитесь далеко от города, в населенных пунктах, там, в селах, станицах, и у вас нет совершенно возможности никакой приобрести фетр, а поработать хочется, то не вопрос, можно воспользоваться плотной тканью, плотной. Вот, будем работать с чем есть, ничего страшного. Или же, может, какие-то старые у вас остались лоскуты тканей, которые тоже подойдут. Да, завтра психология в 5. В 5. С 5 до 6, с 6 до 7, 2 часа психология у нас завтра, девочки, 2 часа, потому что мы в этой технике матанки не уложимся в 1 час, я уже делала и знаю, что тут не получается. Нитки и ткань, да. Да чтоб вы были здоровы, говорю, в 5 завтра. Я с вас фигею, блин, в 5, солнышки, в 5, если вам сейчас в марафонах все напишу, не переживайте, солнышки. Сколько метров ткани, да? Там не метров. Если это фетр, он идет уже от, кусками, или формат А4, можно несколько кусочков взять, или формат как тетрадный лист, там упаковку. Цвет разный, какой угодно вашей душе. Вы можете взять все цвета, если у вас финансы позволяют, все цвета радуги взять, и вы во время уже матанки техники будете сами подбирать оттенки и цвета. С ними я буду работать, я буду рассказывать, что к чему и почему. Особенно по завершению, когда вы ее доделаете, как с ней поработать, как на нее посмотреть, что от нее вообще ждать от этой куклы. Спасибо.
Да, или тряпочки. Кстати, вот вы молодцы, да. Есть такие тряпочки, они очень похожи на фетр. Да, очень похожи. Есть такие, знаете, не резиновые, как тряпочки, есть такие, влагу собирают, а такие вот квадратные, они плотненькие, и пока их не намочишь, они прям такие реально как-то стоят, как лист бумаги. Их тоже можно, если совсем нет вариантов, можно их. Да, вы умницы, классные. Вот первый раз такой совет слышу, это круто, да, молодцы, блин. Кукла в автобусе, да. В 5 эфир, ну, он же в записи будет, поэтому если вы не успеваете, не переживайте, не паникуйте, у вас техника останется, и вы в любое время можете подключиться и в течение суток еще поработать в этом упражнении хорошем. Из Германии можно, если вы где-то за рубежом, можно оплатить через PayPal. Девочки, хотите принять участие? Вот сюда пишите. Хочу в марафон. Вот на этот номер телефона, на WhatsApp. Понедельник. Завтра вторник, последний день, когда мы принимаем заявки. Потому что в среду мы их уже принимать все не будем, так как нет толку и пользы. У меня психология всего лишь 2 раза в неделю, и вы, получается, много пропустите. Если вы успеете завтра подать заявку до вечера, то вы успеете и еще в психологию попасть, потому что до вечера среды будет. Поэтому я вас прошу, оставляйте заявки сегодня, завтра, среда, все. Марина, пожалуйста, я так хотела, я пропустила. Вот эти вот уговорки уже не проходят. Потому что вы невнимательны, а потом начинается. Пожалуйста, и потом вы уже начинаете догонять. Ой, я пропустила, объясните, подскажите. Ну, тяжело. Когда ты работаешь уже с группой, это одно дело. И тяжело, когда начинаешь подтягивать остальных. Поэтому, пожалуйста, будьте добры, оставляйте заявки, добавляйтесь в марафон, и целый месяц вы будете работать с нами. Утром кардио-силовая с Нащекиной. Молодцы какие, да, улыбка, это классная реакция. Каждый день кардио-силовая с Маргаритой Нащекиной. Каждый вечер йога и растяжка со мной. 2 раза в неделю психология, каждый день правильное питание у вас в марафоне. Это неправильное питание из наименования продуктов в 100 единиц. Это абсолютно спокойное правильное питание на любой кошелек. Гречка, курица, овощи, гриль, овощи, на пару овощи тушеные, каши разные, крупы. То есть это такое абсолютно доступное правильное питание, которое подойдет для всех. У нас там нет таких сильных изысков, типа сегодня мы едим краба, завтра мы едим кальмары. Вот, и все это с какими-то дорогими продуктами. Нет, все доступно, все понятно. Вот, поэтому, если хотите принять участие, пожалуйста, вот WhatsApp, хочу в марафон. 3 победителя. Если вы хотите принять участие и побороться в плане за первенство, то 3 победителя получают годовой абонемент в абсолютно любой фитнес-клуб вашего города. У меня уже таких много победителей. Да, 1000 рублей стоит марафон. 1000 за все, что я сказала. Это месяц. Месяц стоит 1000 рублей. То есть надо понимать, что у меня индивидуальная психология стоит 5000 рублей в час. Вот. А здесь я вам даю информацию за 1000 рублей в месяц. То есть в месяц вы получаете каждый день фитнес, каждый день йогу, 2 раза в неделю психологию, каждый день питание, каждый день домашние задания. Да еще в конце марафона 3 победителя получают годовые абонементы в любой фитнес-клуб вашего города. До 25 декабря будет идти марафон. Следующий марафон пока не знаю, когда буду набирать. Ну, разумеется, уже в следующем году. Вот. Но я вам так скажу, что это будет очень крутой старт для тех, кто никогда не марафонил, никогда не занимался ничем, ни фитнесом, ни йогой, не задумывался о своем теле, о своем психоэмоциональном состоянии здоровья. Поэтому для вас это будет круто. Тем более сейчас осень идет. У многих обострение депрессии и всего остального, серость. Так что давайте, приходите, будем вам дарить гормон счастья. Будем иногда с вами ругаться. Я даже скрывать не буду. Особенно на психологии люблю это делать. Когда я вижу, что там совсем уже не достучаться, я хулиганю, я начинаю ругаться с вами. Да не читаю я никаких гадостей, мне сейчас до них дела нет. Я читаю гадости, когда мне подвампирить надо, понимаете? Я об этом, кстати, тоже буду в марафоне говорить, что такое психовампиризм, как избавляться от вампиров, как дистанцироваться, как закрываться, или же как наоборот самому вампирить.
как научиться пользоваться энергией человека, если вот приходят долбоящеры к вам, или в жизни у вас они есть, а вы болезненно все переносите, критику, там еще что-то. Можно эту энергию у людей брать и нормально себя подкачивать в нее. То есть приходит мудло, ты ее так энергию отсосал, сколько тебе надо. Прям зарядил себе батареечку на 100% и сидишь, кайфуешь. Он завтра болеет, или же у него падок сил энергии будет на неделю, а тебя еще на несколько месяцев хватит запаса. И ни одна сопля, блин, не появится никогда. Поэтому научу вас этим техникам, девчонок учу, многим, слава богу, это доходит, помогает, они этим пользуются, это здорово. Чем больше здоровых людей, физически и морально, тем лучше мне. Когда ругаться будем, потом выпить можно, это в смысле примирения? Вот вы молодцы какие, блин, а? Да, Зеланд хорош. Но его тоже аккуратно. Вообще любую психологическую литературу, которую вы читаете, философию, психологию, тоже научитесь фильтровать. На 100% ее не забирайте. Вот, кстати, тоже удобное положение, если вы стоите сидеть на коленочках, можно подушки положить под коленочки. Вот так вот. И все, и будет намного мягче сидеть. Поделюсь, конечно, с вами. Приходите многому ночью. Так, ответа и не дождалась. Ничего себе, я ж, понимаете, возможно, даже его не прочитала вопрос, потому что лента бежит. Привет, Галя. Вот марафонов все здесь у меня. Вакуум лучше всего утром делать, потому что нужно натощак. Если вот не было времени, вы глаза открыли и побежали, и вам не было удобно сделать вакуум в метро, в такси или на бегу, пока вы ребенка в сад вели, то, разумеется, можно сделать днем или вечером, но главное, чтобы натощак хотя бы час прошел после еды. Иначе вот дискомфорт будет у вас в животе, вся эта еда наружу, наверх полезет. Могут даже болевощения появиться в области живота, поэтому натощак. Нитки какие? Можно взять... Если, так, я вам сейчас расскажу, они не должны быть тонкими, типа мулине, и не должны быть совсем толстыми, как канат. Что-то среднее, типа шерстяной. Вот такие нитки, самое оно. Когда винишко в эфире будем бухать, ну, на выходном, на выходной день найдем. Привет, Игорь, привет. Можно кормящим, можно и нужно, конечно. Девочки, в марафон можно абсолютно всем, кроме беременным. Для вас у меня отдельные марафоны, потому что у вас другая нагрузка, у вас другой мир, вы в другом космосе, у вас другая вселенная, я с вами работаю в других марафонах. Беременным сюда категорически запрещено. Если у вас было кесарево сечение, вам сюда тоже нельзя, хотя бы полгода. Полгода отдохните. Если были какие-то прям серьезные травмы, вот, или операции недавно были, тоже отдыхайте, не напрягайте себя, не надо бежать, отдохните, будут другие марафоны. В январе, в конце января будет марафон для беременных, это очень мягкий марафон, он подойдет для всех, даже для тех, кому большое табу поставили на активную жизнь. Не скажу, какой цвет, выбирайте цвет сами, потому что это имеет значение. Что за марафон? Фитнес-йога, психологический марафон, он уже стартанул. Стартанул он вчера, в воскресенье, но я продлеваю набор, всегда делаю это, каждый марафон делаю, продлеваю набор до вторника, потому что банки закрыты, и у девчонок реально нет возможности оплатить выходные. Не у всех есть онлайн-банк. Многие идут и переводят чисто, вот, идут в банк и делают перевод. Поэтому я всегда делаю продление до вторника, чтобы была возможность у девчонок оплатить марафон. Этот марафон стоит 1000 рублей в месяц. Будет идти он до 25 декабря. Входят в него ежедневные тренировки. Утром кардио-силовая с Нащекиной, с Маргаритой Нащекиной. Вечером йога-растяжка со мной. Каждый день правильное питание, домашнее задание у вас будет. И два раза в неделю психология. Все это за 1000 рублей. Победители, 3 победителя получают годовой абонемент в любой фитнес-клуб вашего города. Нельзя морковку на ночь. Конечно, можно, девчонки. Морковку на ночь можно. Сразу анекдот вспомнила, блин. Про монашек.
Сегодня на ужин морковка. Ура! Чего вы радуетесь, тёртая? Можно, можно. С варикоза можно и нужно, никаких проблем. Сделаю вам потом эфир по болячкам, что к чему и почему. Потому что у меня самой был варикоз, с ним можно тренить. Сыр, нет, сыр это молочный продукт, даже если вы будете обезжиренный есть, все равно молочка держит воду. Но если прям Жора пришел конкретно, сел на кухню и говорит, блин, хозяйка, давай накрывай тут с пирогами, то лучше сыр съесть, чем пироги. Так-то. В планке кушайте сыр. Вот так встала в планку и кушаем сыр. Тогда нормально можно. Чизкейк можно в окно выбросить. Подружке подарить. Приходите в гости к подружкам, которых вы очень любите. Приходите и дарите им вечером тортики. Ну все, ангелы. Банан лучше утром, конечно. Все, ангелы мои, я с вами буду прощаться. Проведу вечер с мужем и детьми, потому что я по ним очень сильно соскучилась. Я не видела Юрочку, я не видела Иришку. Я их заобнимала, зацеловала. Я соскучилась по Валерочке, по мужу. Вот, и пойду к семье. А с вами прощаюсь до завтра. Я с марафонов сами сейчас, потому что это был мой последний бесплатный эфир в этом году. По йоге и вообще эфир по фитнесу, по йоге, который у меня был фитнес неделю назад. Вот следующие будут только в следующем году, поэтому не теряйте возможность, приходите в марафон. Я вам 100% говорю, что вы не пожалеете. Каждый что-то находит в нем для себя. Кому силовые, кому растяжки, кому психологию просто послушать, кому-то просто питаться, кому-то тусовка нужна, потому что дома в декрете сидит одна, скучает, делать нечего. Поэтому каждый что-то находит для себя. Ну все, ангелы, пока. Спасибо, девочки, вам тоже хорошего вечера. Но я пошла в семью. Уж очень по ним соскучилась.